Розыгрыш призов прошел 1 июня, в день рождения магазина постоянных распродаж «Все для уюта». Вот уже год он радует посетителей изобилием товаров для дома по очень приятным ценам. Магазин постоянных распродаж решил в честь дня рождения провести розыгрыш призов среди своих покупателей. Мы подарим утюги, фены, наборы посуды и другие полезные подарки в быту. А главным призом станет телевизор диагональю 99 сантиметров. Чтобы стать участником розыгрыша, нужно было сделать покупку на сумму 1500 рублей. В благодарность магазин «Все для уюта» подготовил десятки призов. И каждый из них нашел своего счастливого обладателя. А на вопрос, почему за покупками пришли именно сюда, люди отвечали просто. Мы покупку сделали в этом магазине, потому что тут очень много всяких различных товаров. Очень... Аплодисменты нет, да? Выбор большой. Очень большой выбор, да, для дома. И очень красивый. И практичный. Очень рада вообще. Я не думала, что мы выиграем, но... Так как мы выиграли, то очень рады. Потому что и цены доступные были у нас. 0,25, ожидается мероприятие, у меня дочь замуж выходит. Вот мы посуду здесь взяли, все доступные цены были там. Поэтому мы набрали. Спасибо большое, кто это организовал. 0,75. Огромное спасибо. В магазине постоянных распродаж «Все для уюта» представлены сотни видов товаров. Средства для поддержания чистоты в доме, предметы, необходимые на кухне, детские товары, товары для работы и отдыха, одежда. Перечислить все просто невозможно. И без того демократичные цены становятся еще приятнее благодаря различным акциям и скидкам. Плюс удобное расположение в центре города. Магазин находится на 2-м этаже Урала. Поэтому многие отдают предпочтение магазину «Все для уюта». Вот ему надо купить. Смотри, твоему Яшке. Когда все подарки были розданы, настало время определить, кто же станет обладателем главного приза – телевизора диагональю 99 сантиметров. Номер 7, указанный в купоне, стал действительно счастливым для 15-летней Камиллы. Давайте поаплодируем Камилле. Камилла, вот твой подарок. Покупали давно кастрюлю. Маме нужна была, чтобы варить там супы и всякое такое большое. Вот. И нам дали купон за это. Это было удивление. То, что я выиграла. И, разумеется, радость, ведь будничный поход в магазин обернулся такой удачей. Юные посетители тоже получили небольшие подарки в честь Дня защиты детей. За всем необходимым приходите на 2-й этаж МФК «Урал» в магазин постоянных распродаж «Все для уюта». Следите за акциями, и, возможно, в следующий раз повезет именно вам.